Таран номер 114. Лэмп. Лэмп. Лэмп и Дэн. Так, это плюс хп сразу же. Просто сразу даже. Даже не буду... Даже думать не буду. Это плюс хп, это жмется. Пандорас Бокс и Кенди Харт. Никто не угадал. YCMC 19JM. Наш сид, у нас блинт. У нас узкая керса, я в нее не пойду. ХП не знаю, почему я не подбираю. Все равно у меня синяя сверху. Че я теряю? Надо его забрать сразу. Так, у нас херовый тирейд, херовая скорость, базовый дэмэдж. И Кенди Харт, который дает плюс 0,0001 дэмэдж за пикап красного хп. Очень полезно этому. Очень полезная фармёшка. А мухи... Среднедушные. Мухи средней духоты. Вроде нормально. Дуся под музыку флексит. Эти вылизывается, господи. Чистоплотное животное. Так, ты мне дашь Петра. Договорились? Или Блэк Руну хотя бы. Но лучше Петра. Ладно, Ера так Ера. Черт с тобой. Иди в курс, там профит, не в курсе, там будет просто минус хп синяя. Скорее всего, там будет ничего хорошего, там мы не найдем, наверное. Туда я не хочу пока идти. Это аниме трек? Возможно, я не знаю, где эта песня. Где она использовалась? Ну, может быть, и в аниме. Почему бы и не в аниме? Это терзап. Это хорошо, это тирейд. Это плюс тирейд. Это ничего плохого в этом айтеме нет. Это все хорошо. Это просто антигравити. Просто у меня пальцы в этот ран сохнут, но это тоже ничего страшного. Просто пальцем конец в этом ране пройдет. Это тирейд. Привет, рандом из грейд. Спасибо за хороших ранов. Это плюс один тирейд. Камон, это реально много. Это прям реально много. Так что, чё жаловаться? Жаловаться не на что. Прекрасная это. Прекрасная игра. Прекрасный Curse of the Blind. Прекрасная карта, которая стоит 5 копеек. У меня столько нету. Там была Ера. У меня есть две бомбы. Я могу взорвать либо автомат, либо секретку найти, попробовать. А, ну или так, подожди. Ларри. Кис, Ларри. Окей. Охуеть. Как я успел отойти вовремя? Охренеть. Вот это было очень близко. И главное, бой взорвал при этом еще. Просто идеально. Так, ты мне дашь дайм. Ладно, ключ тоже пойдет. Какашки, как всегда, пустые, понял. Понял, принял. Так. Ну, на самом-то деле. Тут будет 5 копеек, правильно, все равно. Даже если я без бомбы останусь, я 5 копеек получу вроде. Йола. Сука. Йола, блядь. Это плохое было, Йола. Это было плохое, Йола. Я чувствовал, что это будет плохое, Йола. Не.
Не-не-не, я же видел, к чему приводит Мессино у Энвилла. Недавно я видел, к чему это приводит. Это ни к чему хорошему людей не приводит. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Санкарта. Санкарта хорошая, окей, но Санкарта, я не знаю, куда. В курс эти не я, Сонику. Там же ХП отнимает все равно. Тут на самом деле все равно не стоит ХП сливать, потому что... Раньше Мессино давал тебе ХП просто бесконечное. Сейчас этого нет. Тебя типа ХП отбирает, который ты получаешь с айтемов. Так что нет. Так, трекер, очевидно, становится абсолютно бесполезным. Который реберс этим трекером. Так, у меня стал еще хуже тирейд. Спасибо Мессино большое за минус тирейд. А, точно, у меня был Туз и Нейлс, окей, ты прав. Но знаешь, я не хочу брать айтем из Керсрума, потому что там всякие Керстаи ролятся. Керстаи и прочая параша. И всякие башни и прочая хрень. Найс Мессино, thank you, Артуни. It's actually very nice. And hello, Артуни. It's very nice Мессино indeed. Так, у меня рак на этом этаже. Судя по всему. Может быть, мы фармим сокрому, возможно, но вряд ли. Но возможно. То я могу брать все айтемы мира, вообще все. Кроме айтемов секретки, потому что я еще могу наролить ТМ-трейнер. Вдобавок, да ведь? Наверное, могу. Стоп! Подожди. Подожди, если ты берешь Мессино, потом берешь... Айтем секретки, ты же можешь наролить ТМ-тренера? Что потом у тебя будет? То есть ты паролишь все айтемы в айтемы в ТМ-тренера, что ли, на этаж? Или как это будет? Как это будет работать? Стоп. Как это работает? Типа, если ты ролишь ТМ-тренер на новом этаже, оно тебе все айтемы ролит в ТМ-тренер, а потом обратно как оно ролится, или потом оно обратно уже не паролится, блять, как все сложно и плохо. Звучит, я, короче, точно не беру айтемы из секретки. Очевидно, не... Это я беру, это на халяву. Это нам за место, видимо, айтем рума отдали айтем здесь. Ну это прям мемно. Ой, аккуратно. Жаловаться, да? Жаловаться-то не на что вроде реально. Даже на мать-то, кстати, у меня же был ран, как раз-таки на мать с Мессино, который был со стартом, да, по-моему, Мессино. Там все нормально было. Это ж типа такое, просто рандом, как тебе повезет с айтемами. Главное, чтобы типа роллы, чтобы были хорошие на последние этажи. Типа на бомбе там нормально были роллы, в шеуле нормальный ролл. Дарк рума, чтобы был, или ролл нормальный, чтобы были нормальные айтемы на сделке, ну в смысле в этих... В шкатулках были нормальные айтемы. Типа того. Ну мы точно идем на ангелах, это хоть как. Бам! На. Получил. Получил? Мерзкий розовый паук. Ага. Справа или слева? Ау, справа. Зато я узнал. Обосру здесь все. Не знаю зачем, но просто... Просто из вредности. Да, Брита, кстати, не орбиталит боссов, это правда. Но можно этих орбиталить. Всяких мелких... Пиздюков. Ну, в теории мы в говне, но это лишь в теории. Чекать секреты какахами, это тоже можно, да. Долин уже тут все равно уже не буду тратить на бомбу, у меня бомб мало. Я лучше на бомб поставлю. Ставлю бомб на будущее, тут взорву. Потому что бесплатно. Бесплатно, это наш выбор.
Ой, миссия no. А 0.28 скорость, да? Мне нужен полет, по-моему, на этом этаже, да? 0.28. То есть опять минус скорость прок миссии no, еще Thunder Tides на минус 0.4. Подожди, нет. Стоп. Стоп, 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 стоп. Подождите. Это был минус 0.2 с миссии no, получается, да? На 0.88, потом еще минус 0.4 с Thunder Tides. Вы что, троллите? Это типа был... Это, короче, была бы скорость 0.68 без Thunder Tides. 0.68, вы что, ебанутые? Это ж совсем мало. А чё так мало? Благо билд хороший сам по себе, кроме скорости, но... Охуеть. Охуеть, у вас роллы. Да уж, ну ладно. Скорость просто... максимально сильная. Кстати, карты. Хорошо, карты и активки, потому что они хорошо. Надо искать активку хорошую и карту хорошую. Помню, я раньше катаран прошел абсолютно уебанский. Еще не в этой игре, а в Outburst Plus. У меня просто были ножницы. И, типа, они не проходили всю игру в конце. Которые Pinking Shears. Тоже вариант. Да, или пони. Ну, пони активка, это только будет на бомбе 1, самое раннее. Но в теории тоже, да. Пони активка хорошо заходит. Тут насру. Не здесь. Кстати, подожди, а какашка точно проверяет секретки? Вообще, может быть и да, я точно знаю, что эти проверяют. Лопата точно указывает. Ну, вроде должна, да. Какашка, по идее, не должна там заспауниться. Если там может быть секрет. Ну, хотя же тут вроде было похоже, подожди. Я теперь ничему не верю. Кругом обман. Я зайду. Мы идем неспешно, но уверенно. Но неспешно. На самом деле, я думаю, да. А можно спидапа хотя бы на этаж? Хотя бы на один этаж, пожалуйста. Спидуп. Блотбэк. Можно? Ладно, хотя бы я получаю деньги на это, на... Манипауэр. Тоже нормально. Ох, господи, нашел себе приключений. Скучный стрик. Надо его сделать веселее, правильно? Нужна интрига в каждом ране. Осторожно. Вот тут, да, секретка? Вот сейчас проверим здесь, кстати. Вот она, справа там секретка. Явно. Приятно. Да, мы снова ползем к победе. Ползком. Ну подожди. Ну подожди. Но, ну как? Ну вот, я поставил тут, тут мне не дали поставить. Все-таки только лопатно это делает. Или, возможно, потому что у меня Thunder Tides, хотя... Нет, она все же тут же появилась, прямо у входа. Она прямо тут высралась, я просто поломал тут же, потому что я Thunder Tides ломаю сразу говно. Все-таки, наверное, только лопата, наверное, тут так работает. Кашка не совсем то. Ну да ладно. Ну ничего, мы скоро доползем. Мы почти доползли, ты чуть в меня не улетел, господи, дайте мне занытиться. Я боюсь. Можно я спрячусь? Какая-то санкарта пригодилась реально. Давайте еще тут насрём. Может сверху снизу можно ставить, слева нельзя. Да не то же самое. Нет, увы. Значит, все-таки ей не проверишь. Вообще обидно, было бы удобно. Было бы довольно удобно, если так можно было бы делать. Еще один был бы способ. Обещал, наебал, получается. Бывает.
Бывает и такое. Привет, Акитоми, да, мы отдыхаем от спидранов. Томительных. Элло. Move speed. Поггерс. Опа, это плюс айтем, кстати. Это плюс айтем, по-моему. Это вроде считается за айтем. Окей. Дайте Magic Mushroom. Это не Magic Mushroom. Дайте спидуп. Это спидуп только странный. Это маленько странный спидуп. Угу. Я, кстати, время не засек. Там сейчас будет excited, но я его так увижу. Excited, давай. Прокай. Потом пойду на босса. Не хочу на босса идти с excited. У меня скорости на него нет. О, окей. Поехали. Опять паук. Еще один мерзкий паук. Мерзкий паук. Благо, хоть теперь не full hard damage. Или он не был full hard damage. Не помню. Где, блядь, сделки? Где айтемы с босса нормальные? Ладно, благо я бил тролля, поэтому насрать. Х1. Откуда? Анг. Анг вроде параша. Так, у нас статы нормальные в кои-то веке. Мало скорости, потому что прокнул херовый эффект. Короче, там Мессино уже ролит статы чуть-чуть. Мне походу порвало плохо статы, и еще дали Сандер Тайс. Типа Сандер Тайс это минус 0.4 скорость. Это довольно большая минус скорость. У меня, кстати, скорость была 0.28. Там я типа еще нашел это, нашел Белт. Потом еще Белт дал скорости. Да так была скорость 0.28. Минимальная на старте этажа. Ну это пока нормальный ролл. Пока ролим нормально. Проверь сейчас. Сейчас проверим, да. Какашка все еще со мной осталась. А где проверить, подожди. Тут проверять. Где она может быть? Тут ее не может быть. Да, шотспид, видимо, из-за чего? А потому что у меня три шотспида в этом роли. У меня скрю, эйтбол и мыло. Три шотспида. Да, еще можно делать говномосты, это правда. Это мы любим делать. Говномосты это полезно. А, потом у меня же больше нет манипауэр. Да, я же его зародил, точно я забыл. Фак. Обидно, ну ладно. Может потом еще вернут. Я тебя вижу, твари. Я тебя вижу, твари. Пульсирующая фигня. Мемов не будет, ну давайте не будем загадывать. Давайте подождем еще. Всего лишь Caves 2. Автомат покорми нет. Привет, Феникс. Причем. А, нет, это не аквариус, это депрессия, окей. Я подумал, что мешали. Аквариус оставили два рана подряд. Ничего подобного, найс с активки, господи. Охуеть активки. Что это, блядь, за активки? Что одно говно, что второе говно, хоть оно и не говно. Это уже говно. Лети. Мистер Гурди. Ага. Во. Не, все-таки точно не работает, увы. Жаль, жаль. Это был терзап, не был такой ран. Ока. Минус скорость! Да вы что троллите? Ну какая нахер минус скорость? Что, ебанутые? Зачем минус скорость-то?
А, как это больно. Как это больно. Причем мне надо искать теперь спида, видимо, да, таблетку. Потому что один хер, я ролю все айтемы. Благо в этом роли нет ни одного, да, спидапа? А, тут минус скорость, наоборот, тут грипп минус скорость, минус 0.2. Так что, ладно, возможно, все нормально. То есть у меня скорость, по сути, сейчас базовая скорость 1, да, почти. Хотя, может быть, у меня был спидап с миссин 0, возможно. Просто там был плюс спидап. Возможно. Короче, ладно. Ох. Плюс айтем. Хотя айтемы с магаза вообще брать не стоит даже. Там хаос может... Хаос как-то может обосрать? Наверное, может. Наверняка может, да? Или нет? Хм. Короче, скоро узнаю, наверное. Почему к сундуку слева снизу карты говномост не построил? К сундуку слева снизу карты говномост не построил. Возможно, фучер не доигрывает. Выдунь сердечки. Вдруг у меня не будет хп. А, тут можно просто так пройти, зачем? Можно без говна. Тут можно без говна моста пройти. Просто бомбой. Идет на этаже. Так, золотые бомбы, подожди. Фарм не будет фарм. Конечно, фарм. В смысле не фарм. Хм, что забавно, если я найду сейчас Magic Mash или мини-маш, он будет ролиться во что? Явно же не в мини-маш или в Magic Mash. Просто будет ролиться в пул это. В пул. Блять. Пул диареи! Эксплозивный. Ой. Ой. Ой, бля. Ну-ка. Ну-ка. Фак. Speed. Feels like I'm walking. Я не могу остановиться. Не могу остановиться. Нет! Нет! Два тирсдауна! Тут два тирейта в этом роли было. А-а-а, плохая идея. Зачем я ем эти ебучие таблетки конченые? Зачем я это делаю? Даже Энвил столько не ест таблеток, сколько я их ем в этих ебучих ранах. Зачем я их столько ем? Вообще мне хп может пригодиться, я не буду больше донатить. Я могу всех хп синий потерять, у меня будет тогда хп красного мало. По-моему, это плохая идея. Это все еще опасно. Это все еще опасно. Мне, да, мне видимо мало. Добивку делаем. Догоняемся, так сказать. Ладно, заберу Хермит. Вторая, да, вторая может быть, это правда. Или я тут не проверил? Помню, тут проверял? Тут не проверил. Нет. Да, я же вторую еще не видел. Грибы. Грибы, спасите меня. Причем я все еще могу найти таблетку Тирсдаун, да, потому что это была золотая таблетка. Я все еще могу найти Тирсдаун, и это будет очень печально. Ну, с этим на Лэмбаран это тоже я бы не слышал, прям, слава богу. Это все же не лучший вариант. Просто не худший вариант, понятно. Но и не лучший вариант. Конечно, лучше было бы, конечно, на синего ублюдка, наверное, ран. Самый в среднем безболезненный. Какая вторую секретку? Она, как правило, находится очень далеко от старта. Часто рядом с боссом или где-то, ну, недалеко от него. И она должна быть только с одной стороны вход в нее. То есть она не может никак ни с чем больше соприкасаться. То есть вон она, видишь, она справа тут.
У нее вход должен быть один всегда. С этажом. Собственно, и все, найс босс. Депрессия. Так, пожалуйста, не активки. Слава богу. Спасибо. Спасибо, что не активки хотя бы. Алло, я не писал. Стомпи, не, это был ролл. У меня был стандартайз на прошлом этаже. Ну, она как бы бывает не у босса, но она, как правило, максимально далеко от старта находится. Вернее, ну, в самом, короче, далеком дед-энде, типа. Но, как правило, все-таки рядом с боссом. В основном. Но бывает и не... Ну, бывает просто в другом тупике, очень далеко расположено. Когда как. Охуеть, еще и XL. Я даже не уверен, это хорошо или плохо. В этом случае, в моем. Ну, скорость, окей. Скорость, в принципе, терпима. Дагер приятный. Тирейт, ну, типа 2,5. Притом у меня... Подожди, what? У меня 2 тирейта минимум, уже даже и 3, потому что прайв тоже, скорее всего, дает тирейт. Ой, блять. Хотя ладно, мне, может, дал приз, может, дал дэмэдж, а не тирейт, хуй. У меня, типа, 2 тирейта, и у меня 2,5 тирейт. Ой-ой-ой, это потенциально очень плохо. Эти две таблетки сейчас не могут ран поломать. Да, они опять дали Аквариус. Тоже уже увидел. И с Ангела я получил щит. Тринити щит получил. Я не хочу это проходить. Можно я уйду отсюда? Это приятно. Сидит Ибнострик. Ну, что-то около. Такая лайт версия Альтидена. Хотя даже не лайт, а наоборот худшая версия. Там хотя бы можно саму типа рулить билд, если захочешь. При желании тут типа роли ты не можешь будет никак, только раз в этаж на сильные роллы. Как меня там сейчас не задело? Я даже не понял. Как-то меня никто не задел. Удивительно. Ой. А... Тератома зависла. Ага. Грёбаная ты активка. Ну, на самом деле, окей. Эта активка получше, чем тот кусок говна хотя бы. Не такая говёная активка, скажем прямо. Чуть более полезная. Здравствуйте. Куда? Запушила. Чё? Ой, блядь, ёбаные мухи. Полетят от меня мухи. Ещё хермит, окей. Нормально навалили хермитов, однако. Я даже его нажму, потому что там ещё 2 валяется. Чё тогда их не нажать? По такому случаю. Так, хочу ангелов и удачи. Ладно, ангелов, я все деньги отдал. Ладно, 300 монет того стоили, окей. Старс, оставлю старс вместо хермита, плевать. Одно и то же. О, господи.
Так, у нас еще одна item рума, да? И один босс item. Хотя бы будет. Букворм, по-моему, остается. Хотя, черт его знает. Но, наверное, я думаю, все-таки он остается. Хотя, с другой стороны, типа, ты же ролишь билд. Хуй его знает, я ни в чем уже не уверен. Они же роллы пиздец они изменили. Может, даже букворм теперь не остается. Вообще все отбирает с каждым роллом. Не уверен. Ладно, это хорошая активка хотя бы. А я собирал букворм в этом ране. Чё, смысл мне стрелять? Я разве был букворм в этом сиде? А разве не был? Возможно, не было. Так, это забрать. Я не буду фармить в этом ране. Но у нас есть потенциально то, что убивает боссов, а я пошел в тупик. Я троллю. Это хуёвый тупик. Не самая хорошая рума. Заебал этот обходить. Просто это же гениальный. Это налево, да, куда-то? Налево. Я чуть не проебался. Мне нужен имперор, походу, в этом ране. Мне, похоже, нужен имперор. Либо нужен кардрейдинг порог на Даркруму. Или на Шеву. Короче, куда-нибудь. А, я тут был, я троллил. Я был в этой руме. Господи, это ж ебанутый налево сверху, что ли, видимо, от старта, что ли, налево просто. Это будет короткий этаж. Ну-ка. Я живу. Хорошо. Ты идешь нахуй, мистер Брауни. Это берется, потому что пули нет. Минус дэмэдж с эксперимент. Ладно, благо я это за ролью. Вообще поебать. Просто поебать. Похуй, абсолютно похуй. Хоть, блядь, 20 минус дэмэджей. Уроды, блядь. Какой нахуй минус 1 на 3 и 5 дэмэдж? Просто ебанутая игра. Как нахуй можно еще отнимать дэмэдж от такого уебанского дамага? Просто сил нет. Игра троллит. И причем и минус ти-рейд, да? Да ведь? И ти-рейд, и дэмэдж вниз. Это именно, это та самая классика. Это классика моего экспериментала. Да, это вот то, что, это вот оно. Это то, что в команде написано. Орбиталем, ну, потому и говорю похуй. Потому нам и пофигу, в принципе, пока что. Сделка нужна. Прям очень нужна. Я прямо сейчас. И с неактивкой, очевидно. Это не сделка. Но это дэмэдж. Это, по крайней мере, не отберут. Этот дамаг мы оставляем. Так, нормальный ролл. Нормальный ролл. Охуенный ролл. Но это не та же не последний, к сожалению. Куча фрут-кейк есть. Ну, у нас Крэгдоска это прям... Клатч. Это прям очень хорошая активка.
Нас должен, как сказать, тащить хотя бы на боссах. Так что, в принципе, возможно, мы в порядке. Как же фрутки прокают в этой игре. Ну, мы в порядке. Я у нас довольно мало айтемов. Я так смотрю, айтемов реально не очень много. Это может быть и хорошо, и плохо одновременно. Как бы шанс говно нарулит меньше, но шансы хорошие вещи нарулит меньше. Трекер Билайк, да, трекер я вот в игре потому и включил. Трекер такие роллы вообще не вывозит никак. Не справляется. Блин, Сангела говно дают. Обидно. Сангела Сол только нашел. Кошка закрывает это, да? Забейте. Там ничего интересного все равно нет. И так все видно на экране, правильно, правильно. И так все понятно. Что там смотреть? Ага, это был телепорт, да? Это вроде был телепорт. Так, тебя я взрываю, хотя нет смысла. Лядно. Не, я думаю, у меня не будет тренера, потому что я не брал ни одного айтема на секретке, кроме Миссия Нова. Миссия Нова сам себя не ролит. Так что да. Увы, но тем тренера у нас не должно быть. Эффект — это эффекты этих виспов в Беттоне. Они засунули во фруткейк эффекты виспов в Беттоне. Я не знаю, зачем они это сделали, но... Такой прикол. Там всякие виспы бета не пропают часто. Во фруткейке. Какие-то карты, вон, видишь, как хуйня происходит. Какие-то карты. Откуда карты? Какой-то висп опять пропнул. Как же, блядь, душат. Как же эти твари душат. Опа. Так, это два айтема потенциально. Душу лица, кстати, да. Это тоже возможно. У меня, по-моему, так, кстати, и было в прошлый раз, по-моему. Когда я 3 часа пытался одну, потом вторую нашел на это же после предыдущего. И там дали еще одну душу Лилит. И потом я ее достал все-таки. На другом этаже. Было дело, было. Хороший был ран. Приятный был ран. Не то, что этот. Старт нет, старт ролится в пул айтем румы обычный. Старт в айтем всегда ролится в пул айтем румы просто. Даже если там будет какой-нибудь айтем из секретки, или там с ангела, или с дьявола, там плевать, он всегда ролится в пул. Трежер пул. А, у меня этот клод, я понял, в чем прикол. Pretty fly. Этот клод. The lovers. Ну, вроде, по-моему, это не особо нужно. Таблетка? Нет, таблетка точно мимо. Это точно не вариант. Я уже таблеток накушался, по-моему, в этом ране. Да, в смысле, алло? Lucky Food! Я троллю. Точно. Точно, я ж только что его взял. И все, всего 3 юза, вы что троллите? Собака, 3, блядь. Юза. Ну, блядь. Ну такое. Ну такое. Классная анимация. Еще более классная анимация. Вообще не попала в него.
бро. Ты куда? Урод. Что за урод? Пошел нахер. Дура смешная получилась у него. Так, ура, ангел. Ура, пассивка. Хорошо, хорошо. О. Так. Надо еще два этажа таких роллов. Надо еще два этажа таких роллов. Хорош. Еще два ролла. Камон, игра. Я верю, ты сможешь, игра. Я в тебя верю. Вот такие роллы я одобряю. Такие роллы мы одобряем. Тут ролик, скорее всего, да. Главное, на самом деле, чтобы в Шевле был ролл нормально. Там, типа, Даркрума там айтемы есть, которые в сундуке. Там, в теории, можно что-то там взять хорошее. И билды справить, но это в теории. Вот в Шевле будет очень грустно с плохим билдом, наверное. Потому что там сложно будет что-то исправить на месте. Сделать. Да это прям билд. Это прям хороший билд. Это сильный билд. Ага. Так, у меня два слота, выкинь парашу вторую. Могут этим, по-моему, затроллить. Три маппинга, разве? А, подожди, а где три маппинга? Я вижу, а, я вижу два, окей. А, не, реально три, реально у меня. А, да, у меня компас, стрижа мап и блюмап точно. Я думал, у меня майнд. Подожди, у меня типа просто все карты мира есть, а не майнд. Забавно. У нас как будто майнд, но не майнд. Забава. Телепорт-то оба меня устроят, окей. Ну это я купил Магата, да. Это я купил Магата. Логично, логично. Нормально. Нет сделки. Можно забрать бесплатно айтем из босс-рума, да? Активка-таблетка триггерит миссия нова. Какая активка-таблетка? Которая... Которая... Forget me now, что ли? Или какую таблетку речь? А, да, она, конечно, заролит. У тебя же будет новый этаж, поэтому да. У тебя роллы раз в этаж. То есть каждый новый этаж, у тебя будет билд ролл. А как ты это делаешь, этой игре плевать. Там forget me now, или ты просто этаж новый нашел. Или там dice room. А, меня enable grid. Фак. Грёбаный ты грид. Будь ты не ладен. Ну ладно. Ладно, айтем не забираем, понял. Все понял. Не в этой жизни. О, ракета Хаос. Наконец-то пошли. А. А чё? А. А. Ага. Ага. Молоко. С очень хуёвым тирейтом. Очень плохим тирейтом для такого демеджа. О, господи, ладно. Хорошо, надеюсь, нам этого хватит. У меня есть маленько бомб, я маленько скипну самые идиотские руны. Но Торос сможет маленько помочь. Только у меня очень мало скорости, он очень долго разгоняться будет.
Ну ладно, как я говорю, в Шевле ролл плохой, это будет стрёмно. Тут я ничего не смогу найти уже по билду. Зависит аж. О, давай, быстрее, быстрее! Камон! Ну-ка. Успел. Досвидос. Ну, проверим. Что там дают. А тут нет рума. Окей. Будем по углам, окей. Ага. Ага. Подождем. Подождем маленько. Ракета, это... Ракета, у меня мало бомб. Ну да, у меня ракеты есть, но... Ракеты стали, кстати, они же стали норм. Ракеты больше меня никак особо не беспокоят. Это раньше ракеты были кончены, когда они типа твоего мувмента прокали. Это было... глупо. Сейчас, сейчас ракеты нормальные. Ими можно пользоваться. Но у меня нет бомб, поэтому особо я не могу ими пользоваться. Все равно. Так, муха, муха. Тихо. Господи, лесенка. Жаль, не Имперор. Хотя хаос я вижу, да. Тут вопрос, хаос повлияет дальше на ролл или нет. Вот черт, вот наверное, не повлияет. По идее, не должен влиять на дальнейшие роллы. А, я теку. Это... Опять это... Флешбеки Эндела. У него такая же блохня, только в кафедрале. У него было и пикак, зеркало, башня и эта хуйня. Осколок, бля, аккуратно. А, я не могу тут убежать. Я ж тут не умру, я надеюсь. Прямо здесь. Это было бы крайне неприятно. Вот на этом файте. Охуеть. Скорость уничтожает. Скорость тупо уничтожает меня морально. Так, это меня трогает этот осколок. Окей. Осколок на самом деле помогает проходить файт очень сильно. Очень сильно помогает. Иначе нихуя DPS-а нет в этом ебаном роли. Просто, блядь, говно осла, нахуй, а не ролл. Охуеть, просто ролл. Просто охуеть. Что это? У меня ванап. У меня кёрстай. Откуда кёрстай? А ванап у меня какой ванап? А, кстати, у меня Little Baggy, но у меня остался Хермит, это хорошо. Мне оставили Хермит, это приятно. Ой, заманчиво. Ну, косы надо брать все равно, наверное, правильно. Косы берутся, остальное, наверное, нет. Money Power дорого, ну ладно, наверное, возьму. Это сука, это будет дэмэдж плюс 2. Ладно. Скорость слышится, кстати, довольно хуёвая, ну, типа, более-менее. Ну, кёрстай, это, конечно, пиздец, троллинг от игры. Ебаный Даркруме, кёрстай, серьезно. В самом конце. Вниз или... Я не знаю, куда это.
Типа тирит вроде более-менее, но все равно такой себе. А, как это проходить? Okay. Прошел. Так. Или все-таки это... Я не знаю, куда это. Тупик. Ну, я надеюсь, что просто не пройдет весь файт этот, как за Sky. По факту. Так, мне дают хп до хера почему-то. Синего. У меня вроде даже митра нет. Ну, это был хуёвейший телепорт. Билд нормальный, но... Керстайк говнище ебаное. Тем более с такой скоростью. У меня нет, да, лакефута? Не. Не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не-не-не. Я не буду это делать. Этого делать я не буду. Я ничего не вижу. Нет, убить он тебя не может никогда. Именно убить тебя миссия, но он не может, но он тебе может очень сильно обоссать хп. Очень сильно. Pretty fly. Мы просто прошли по этажам. По приколу. Понял. Он почти задел. Просто по кайфу по этажам мы почистили. Для прикола. Вроде прикольно вышло. Чарм тоже прикольно. Да, у тебя не может быть 0 хп на роли, ну, никак. Играть тебя именно ролом убить не может никогда. Раньше мог тебя убить только этот Абадон. Абадон... Алабастер старт тебя мог убить. На Едене, и то стартом именно. А ролла, по-моему, никогда не могли убить. Вернее, там еще были всякие Абадоны на Кипере, но это тоже, по-моему, уже давно уже. Сейчас, по-моему, тоже, по-моему, не убивает. То есть роллы тебя просто могут ран обосрать, но никак не прям сразу убить. Типа того. Он душный. Он очень душный. Удачи вниз. А, сразу улетать сюда нахуй или будем драться? Господи, меня эта тварь заснайпит. Чарм? Это был чарм или не был чарм? По-моему, это не был чарм. По-моему, его не задело, окей. Стой. Окей. Вылечу, наверное. Тут сильно много говна. Ужасная рума. Просто ужасная рума. Ешь хер с тобой. Клей. Эх, прошло время клея. Бля, минус скорость. Зачем я все еще из-за этой таблетки? Зачем я это делаю? Я же сказал, таблетки мне ничем уже не помогут в этом ране. Я еще съел один минус скорость. Во имя чего? Но благо, мы прошли весь этаж, как бы мне... Телепорты меня тут как бы не затроллят. Я и так весь ран прошел, весь этот ебучий этаж. Заклирил. А, я зря проебал заряд сейчас этой хуйни, ну ладно.
Будем бить Лэмбо, видимо, без Кардистайн. Вторая. А, есть Шарплак, это правда. И есть красный ХП, окей. Тут вы правы. Тут вы правы. Это я могу сделать. Может быть даже... Нет, наверное, не может быть такого. Может даже будет выгодно, типа, два раза нажать... Типа, может даже будет выгодно попробовать сделать заряд Шарплагом на боссе. Ну, типа, мне будет нечем потом хилиться обратно, если меня телепортнет. Ладно, это уже вряд ли будет выгодно. Охуенный Кыргызхай. Благо, DPS вроде есть. Но скорость просто невыносимо низкая на этот файт. Я рискнул, но пока я не понял, это хорошо было или плохо. У меня еще есть этот, у меня еще есть Лазарис еще. Я зря заряжал в такой момент. Подожду. Подожду. Пока. Фуф. Пока. Это был неприятный экспириенс. Это был не очень приятный экспириенс. Сегодня два рана на Лэмбе, оба пососаны. Это поломали нам шаблон с Лэмбом. Господи, просто нашли миссинг ноу. И сразу ран стал интересным. Вот нужно Энвилу делать стрики на миссинг ноу, а не на хаосе. Вот где хайп. Понравилось? Не особо. Умирать было все-таки не очень приятно. Там как-то на сатане просто, походу, осколок спас. Что он дал хоть какой-то ХП дал. ХП, не ХП, а какой-то билд дал. Там что-то пиздец был ролл хуёво в Шевеле. Жесть.